Корзины, лукошки, кузовки. Зал историко-краеведческого музея наполнен сладковатым запахом ивовых прутьев. А школьники в предвкушении прикоснутся к плетеным изделиям. Своими секретами лозоплетения с ребятами поделился умелец Михаил Юрков. Просовываем вот один конец вот так вот заструганный, а другой в него. И так нанизываем мы все вот эти прутики, и получается у нас каркас. Каркас для изготовления донышка. Впервые Михаил Васильевич познакомился с этим ремеслом в возрасте 13 лет. Он увидел, как его дедушка плетет всевозможные изделия из лозы, и загорелся. Но в полной мере заняться изготовлением корзин ему удалось гораздо позже. В детстве особенно некогда было этим заниматься. Школа, учеба, значит, техникум, служба в армии на Дальнем Востоке, на флоте. И затем уже, когда я вышел на пенсию, на заслуженный отдых, это, в общем-то, ремесло я вспомнил и, в общем-то, занялся этим плетением из лозы. Умелец рассказал школьникам, что для плетения используются как очищенные от коры прутья, так и зеленые, неокоренные. Они заготавливаются в октябре-ноябре. Перед плетением их обязательно вымачивают в воде, а готовое изделие прокрашивают морилкой. Урок организован для учеников начальных и средних классов. Как отметил сам мастер, ребята помладше проявили больший интерес. Некоторые школьники уже знакомы с этим видом ремесла, но были и те, кто узнал о нем впервые. Мне больше всего запомнилось, ну, как плели, разрезали внутри и, ну, такие крестики делали. Папа плетет у меня тоже. Только, правда, из маленьких веточек, помню. Такую лошадку сплел маленькую. Лозоплетение требует особой сноровки, внимательности и усидчивости. Далеко не все ребята могут похвастаться этими качествами. Но, без сомнения, все они с огромным интересом наблюдали за ловкостью рук Михаила Васильевича. Я нашел какой-то отклик и тепло моей души. Нашел среди ребят заинтересованность, в общем-то. И у нас, в общем-то, произошло какое-то взаимопонимание произошло между ребятами и мною. Я доволен, что ребята интересуются, задают вопросы. Такие встречи не только знакомят детей с народным ремеслом, но и учат их сохранять традиции родного края. Мастер-классы пройдут до 30 ноября. Предварительная запись ведется по телефону музея 747-56. Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.